Так, ребятки, сейчас покажу одну красоту. Дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан. Как-то так. Вот такой вот аппарат. Очень, ну, редкий, в общем. Редкий аппарат. Сейчас включим его. Але вызвали нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія. Благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками. Зоя, я заметила одну очень интересную вещь. Перевіщення. Очень напоминает рисунок, а на картинах все. Надо профилактику делать, но аппарат огонь. Действительно так. Китайские живописи, гуахуа и каллиграфия отличаются особенно своей праздник. Красиво описать. Найти полный проявлять твою. Короче, надо его немножко сделать профилактику. И будет неплохо. А то вообще все дела. Тут кондеры повысыхали и так далее. Но главное, что рабочий. На УКВ работает 70 МГц. Свята Мария, Мати Божа, молися за нас грішних. Так зафиксировано есть. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті. Це наші католики. На старому діапазоні у нас тут католицькі радіостанції. Причем документы на него есть, гарантия, все дела, человек покупал, и схема, ну то есть все документы на него есть. Сейчас покажу, что в середине. Значит, сзади, смотрите, такое вот. Они, это копия, ну как копия, косили, на, по-моему, на Панасонике старые, вот эти. Вот. Это что, градусы, что ли, непонятно. В общем, какая-то херня. Это все крутится. Ну, в принципе, редкий приемник. Сейчас его покажу. Вот эта штука такая интересная. Смотрите, как крутится. Опа. Питание. Предохранитель. О, блядь, что я показываю? А, вот. Вот так крутится.
питание такое, вот такое. Сейчас я ее открою, типа под кожу. Значит, смотрите, блок питания, вот, для любителей КМ-ок, одни КМ-ки здесь, это блок, что это, ДЧМ какой-то, фильтра, одни зеленки здесь. Здесь тоже есть зеленки, он раз, два. Слава богу, что человек не догадался повыкусывать. То есть вот это все тут на месте. В принципе, довольно неплохо выглядит. Хорошо, что никто здесь не лазил. Ну, это радует, безусловно. Так, как-то так. В общем, будем отдавать Васильевичу, скорее всего, на профилактику. Васильевич, я вам отдам его на профилактику. Думаю, он будет получше работать. В общем, пишите комменты. Всем всего доброго и всего хорошего. 7-3.